Ленишин, я прошу прощения у зрителей, потому что, ну, в каждой стране по-своему ударение делается на фамилию. Девушке 17 лет. Девушке 17 лет, она мастер спорта, тренировалась у Ирины Дерюгиной. Наилучшее ее достижение – 4-е место на Кубке Украины. То есть еще совсем молодая, я бы так сказала. Да, это спортсменка. Молодая гимнастка, которая приехала на турнир, чтобы набрать соревновательный опыт. Это не первый, не второй номер Украины. Но довольно талантливая. Вообще, конечно, хочется сказать, что на соревнованиях такого уровня все гимнастки талантливы. Хочется еще сказать, объяснить зрителям, гимнастки выступают по вертушке. Первая гимнастка выходит с упражнением со скакалкой, вторая выходит с упражнением с обручем, третья с упражнением с булавами и четвертая с лентой. Ну, чтобы, далее, так сказать, глаз не замыливался, да, в одном виде? Это сделано прежде всего для того, чтобы облегчить работу судейского аппарата. Ну а нам, зрителям, остается только порадоваться, что это облегчает и работу судейского аппарата, и нам приятно смотреть. Закончила гимнастка упражнение, выполнила без явных ошибок.